Пожалуйста, в Венгрию. Вот этот кусочек белого хлеба, намазанный фиштой, называется паприка утренняя. И это настоящий венгерский гуляш с розовым вином. Опять же, пробиваю вас слюни, потому что это нереально вкусно. Это нам принесли, ребята, нам принесли очень популярное венгерское блюдо, называется... Как называется? Мальтай борза. Какая-то мальта борза, огурцы со сметанкой, здесь что-то. И это стейк, кусочек стейка, зажаренный в картофеле, в картошке и сверху сыром. Это венгерское блюдо, броняйте слюни. А вот это то, из-за чего можно и нужно путешествовать. Это сыр камамбер венгрии, который запечен во фритюре. Просто на него нужно немножко положить вареница. И, ребята, вот это просто пищевой оргазм. Добро пожаловать в Венгрию. Будете здесь на этот Венгрия. У нас белый перец сладким. Очень вкусное мясо. Гранатовым зеленым рыболовным мешком. Много зеленушки. Зеленушки. И перед этим опять же мы были в быстрой атаке, когда... Венгерские колбаски, паштеты, девочки. Пытаясь владеть мешком, но это совладение происходит в своей половине. Россия, вперед! Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я влезнее. Громче, девочки! Ух, сказать! Долгие мне встречать. Да посол, да посол. Зелёный, зелёный, да клён кудрявый. Да раз кудрявый, резной. Раз кудрявый, я зелёный связной. Я влюблён, влюблён с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый. Да раз кудрявый, резной. И мы уже занимались здоровьем. Рыжик сходил, тоже сходил. Я сходила в бочку. Сходила. И взяла вытяжку сейчас, высокая модель такая за 2 метра. И ты взяла еще сейчас гуляш, да, с фасолью. Я взял гуляш без фасоли. А вот это тот самый знаменитый лангуш. Лангуш — это знаменитая венгерская лепешка, сделанная, в принципе, как из пресного теста дрожжевого. Получается, как очень... Я даже не знаю, но это очень вкусно. Оно вот такое вот, все мягенькое, хрустящее. Вот теперь вы знаете, что такое лангуш. Знаменитая венгерская лепешка. А это сыр сверху. Блин, попросил водичку. Вот раз в жизни в Венгрии хотел водичку. Принеси вот такую кружку с водой. Так что, ребята, вода здесь не сильно большой приоритет. Сидим на винной горке, все будет супер.
Семенов продолжает забой, пам-пам-пам. И снова гуляш тут стоит. И день такой молодой, и снимает от октября табрадам. Вот так сидим на горочке, на винограднике внизу. Очень хорошая погода, прямо приятная. Класс. Так, ребята, Яну принесли форель с картошечкой, с лучком, еще одну форель, картошечку с лучком, и Нилочку, кстати, принесли каштаны со сливками, йоба-боба. А по-грузински это будет ебидзе-бобидзе, а по-итальянски йоби-йобобио. Йоби, ёптыш-боптыш. И мне, конечно же, командир. Уф, вкусняк. Ребята, как говорится, свинья, грязь везде найдет. Поэтому меня сегодня ангажировали стоять за грилем. Нашел грильчок, очень-очень неплохой. Сегодня будет вот это вот все, а потом еще колбаска. Что-то я начинаю уже сильно любить ели. Сегодня решили поесть, что нам Бог послал. Бог нам послал вот такие перчики, оленинку, зеленушку, хлебушка, на гриле сделанную курочку, вишенку, пивасика, сырок, еще зеленушечку. Сало украинское, как называется, птичка королек, королек грузинский. И, конечно же, за этот прекрасный стол мне Бог сегодня послал хороших друзей. Ребята, я обожаю этот день, и слышу красавицу. Я хомячек. Так, мы на виногорке, и тут мимо нас летит пиу! Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Ай, красавчик, прямо вообще. А еще если приглядеться, то вон там, вот это, воздушный шар. И это все для туристов, которые хотят полетать над Венгрией, посмотреть или оленев, кабанов, фазанов, с высоты птичьего полета. Симпатично. Вот она, венгерская оленина. Капусточки с красной, с картофельными какими-то драничками. Это у нас леча домашняя принесли. Это у нас салатик с тыквенным маслом. Гуляшек. А у Лили там это мясо по-цыгански. Лили, покажи, пожалуйста, шкварку. Это шкварка. Вот это шкварка. Классика. А у мамы сегодня гусиная ножка. Ну, я вот что сделал. И вот так вот носите. Вообще просто воздух. Воздух можно ложкой есть. Здесь виноградники, там где-то олени пасутся с конями. Венгрия, нам осталось еще буквально до четверга. Четверг ночью мы уже не справимся. Я попросил Сережку, хозяина нашей девы, осталось сиреньку. У нас времени мало осталось. Пойдем на немножко венчик. Ну, как говорится, кто смотрел фильм «Особенность национальной русской рыбалки», тот поймет. Серега, сам, немножко венчик. И это все будет проводиться. Шерсть. Ну, теперь не знаю. До пятницы нужно все убрать. Так, Дэну принесли сегодня ножку гуся, сделанную как, реально она сделана как цыпленок табака. Ну, очень вкусно, еще шкварчащая, шипящая, с картошечкой, с крысичкой. Также голубчики присутствуют на столе, также присутствует мясо, зажаренное в картофеле, потом такие все непонятные, это очень вкусно. Маме дали фуагру, ребята принесли свинину с черносливом, все забивается большим количеством всего вкусного, поэтому, друзья, в Венгрии туристические туры
Надо. Просто вид навеял. Так сидишь, смотришь. Там где-то сегодня олененок делался лошадочкой. Воздух сумасшедший, ты его просто так берешь, так зачерпываешь, так. И просто пьешь воздух. Очень вкусно. Не будешь, поэтому мы сегодня взяли дирун, вот такой принесли на тарелке. Это называется мясо блюдо винодела. Очень вкусно. Я заказал себе вот такой небольшие бутики с колбаски домашние. Я послушал. А здесь, мама, что у тебя такое? Это у нас блинчики, я просто уже взял с маком. Смаком и клубничком. Это должно быть ужасно вкусно. Нет, это есть вкусно, мы его сделали. Это новый напиток, который мы будем пробовать сегодня первый раз. Как называется? Называется маковая водка. Или маковая водка. Давай. Ну, давай, зайка. Сегодня с утра позанимался, порастягивал, сделал пресс, сходил поплавал, сходил на колокольчики, сходил в сауну, потом часовой массаж. Сейчас сижу, сам себе уговариваю выпить это вкусное, холодное, ледяное немецкое пиво. Ох. Ребята, простите, но это сейчас вообще пройдется как ангелочек босыми ножками по душе. Ребята, это то, к чему я ехал. Это суп из козы. Сделанный специально на котелке, на свежем воздухе. Сидел вот в таком симпатичном местечке. И прямо вот так вообще просто здесь очень хорошо. Вот они зимними майянскими вечерами, так делал ложечку и сделал, как это вкусно. Вкусненько? Мама, где твои глаза, как это вкусно? Да? Это суп из чего? Суп из чего? Из козы. Юра, как тебе супчик? Ян, как тебе супчик? Оно? Ребята, это просто мечта. Я думаю, они в него засыпают 2 тонны кокаина. Он реально очень вкусный. Ребята, драник, картошечка. Это осел запеченный специально в камине. Это овощный рагу. Это здесь щечки. Это у Сережки буйвол, кусочек буйвола. Это у нас печень гусиная. Это у нас, что у нас, ослик тоже, да? Углик какой-то, это у нас тоже ослик. А это у нас ребрышки. И все это под венгерским небом. Очень хорошо. Ребята, венгрия, обожаю венгрию. Послал нам зайка, давай. Что он сегодня Бог послал? Сложный гарнир. Какой? Гарнир. Какой гарнир нам сегодня Бог послал? Правда,
рагу из лесных грибов разных. Кажется, начинается одна. Ой, зеленые драконы полетели. Что еще? А, картошка, картофель молодой, по-трансильонски, залайский и как еще тот еще тирольский. Блин, а кто-то тебе предлагал сюда щёчки? Щёчки, а надо не в гарнире, не в говнире, это был мейн диш. Нет, за щёчки. Это надеюсь, я. Надеюсь, что тебе доступно. Овощи. Не так починили, можно съесть. Овощи вкусные. Ой, весь мир. Что еще? А, точи. А хлеб какой был? Точи, я сказала точи. Точи, я не помню, что это такое, но я сказала. Точи? Это я не помню, это будет по-русски, по-венгерски, это точи. Точи? Картофельный оладик. Это я уже перечислила все ковры. Ты должна сказать. А, как вкусно. Что же ты должна сказать? Вообще шикарно. Вообще самое лучшее. Вишенка на тортике. Это прикольно, и костерок горит. Все нормально, сейчас обрезание сделаю бесплатно. Все вот сидели, не знаю, зачем. Зачем там взять? Вон там костерок. Там какой-то большой костер. Пожарный. Заключительный день в Венгрии. Я взял себе литр розе, жареный сыр камамбер, обязательно гуляшик и тартар. Ой. Балует меня Венгрия, балует. Всем приятного аппетита. Это я! Это точно про меня! Это как его? Проблять! Проигрыш, мама! Проигрыш! Я ты Маруся! Люблю я твою броду! Люблю 9000! Люблю 9000! Как ты идешь по воду! Люблю 9000! Маня, чтобы ты понимала, у нас здесь много. Девятиса, девятиса, Маруся, за тобою. Зай, пой. Проблять. Интер-блять, да. Девочки, не снова подругу. Ну! Убытва золотенький, мы так и порываем, мы так и порываем. Настя старается, ключами подпевает. Братанян? А здесь будет серый кардинал. Это серый кардинал. А ну что, пой хотя бы слово. Я бы тебе сказал. Червона руту. Вечекай вечера. Поет. Быстрее. Пим-пири-пири-пим. Пим-пири-пири-пим. Смотри. Я такие лямочки. Я не такой, что я не могу. Я не могу.